Рафа предельно внимателен. Блестяще сыграл Новак. Необходимо ему, конечно, сейчас играть в атакующем ключе, потому что, конечно, Надаль двигается легче. А с другой стороны, вот то, что сейчас Рафа не выполнил обводку, говорит о том, что чуть-чуть помедленней. Еще ну, здорово двигается, но чуть-чуть помедленнее, потому что это как раз вот тот самый мяч, который он...